Весеннее солнце поманило горожан на свежий воздух поближе к природе. Кто-то прогуливается по берегу реки, кто-то отправился в лес на пикник. А вот садоводам-огородникам отдыхать некогда. Самое время высаживать рассаду. В микрорайоне Мирный в гостях у садовода-любителя Тамары Гербовой побывал Александр Усачев. Перцы горькие, сладкие, огурцы зазуля, засольные, петунья белая, петунья красная, анютиноглазки. Все эти культуры Тамара Семеновна высаживает на рассаду каждый год в начале апреля в первую очередь. Сейчас мы начинаем огурчики садить. Огурчики обычно я, конечно, заливаю воду, кладу. Там попадает очень много плохих семечек. Плохие всплывают сразу наверх. А, вот видно. Ага. Эти семечки я уже садить не буду. Это уже проверено. Это уже все, да. А вот которые утонули, те мы посадим. Так, а эти... Небольшая комната с выходом на балкон ее дома в весенний период превращается в мастерскую по выращиванию рассады. Четкие движения рук, отработанная последовательность действий и неспешный разговор с цветами и овощными культурами во время высадки. Все это отмечаешь, наблюдая за работой Тамары Семеновны. Золотые мои вырастут, большие, хорошие. Пленку вы используете обыкновенную? Обыкновенная пищевая пленка используется тоже не по назначению, получается. Но тем не менее результат лицо. Будет. Да, будет, конечно. Эти фотографии из личного архива Тамары Семеновны наглядно демонстрируют результаты ее весенних посадочных работ. Кроме садоводческих талантов, проявляет Тамара Гербова и свои способности в ландшафтном дизайне. На протяжении 10 лет она является постоянной участницей конкурса «Чистое подворье» в своем микрорайоне и занимает призовые места. Как говорится, что посеешь. Вот солнце становится, тепло. После майских достаю картошку в выходные, когда много выходных начинается у нас. Занимаюсь картошкой, семена все вытаскиваю, все выношу в теплицу, все вот эти рассады, которые более такие устойчивые, и цветы даже, которые. Настурцию то вообще в конце мая, а то и в землю бывает еще посажу. Вот тазики у меня освободятся, вся земля прокалится, настурцию в тазике посажу. Она такая виснет, так красиво будет. В тазиках на пенечке поставлю потом. Все же главная награда для садовода-огородника – это хороший урожай. Значит, верно говорят, как посеешь, так и пожнешь. Александр Усачев, телеканал «Север».